Твою матушку! Чё за зелёный Халк нахрен? Так, у меня в машине... Да! У меня в машине есть ножик! Чё ты до сих пор за мной бежишь, мать твою? Так, иди сюда, да! На, собака! Господи, помилуй! Так, ладно, хорошо. Я вообще не представляю, что это сейчас было, кто это такой был и почему он меня почти укусил 3 раза. Просто шандарахнул своим. Так, я говорю, это похоже прям на сериал какой-то «Ходячие мертвецы». Ладно, мне нужно пробраться туда дальше. Но как мне туда пройти, если я на машине сюда 100% не смогу проехать? Что мне делать? Может мне машину где-то тут оставить в кустах, а саму пробраться дальше через этот мост? Потому что, как я уже говорил, мне до дома нужно примерно 2 часа, чтобы доехать. Но если с одной стороны главный мост город полностью разрушен, а с другой стороны мост кишит просто поломанными заброшенными машинами. И как мне его пересечь? Ладно. О, кстати, вот хорошее место, я вот тут свою машину и оставлю. Я думаю, то, что я за ней еще когда-нибудь вернусь, я очень сильно на это надеюсь. Вот тут, вот тут в кустиках припарковать. На всякий случай, даже если ее кто-то заметит, еще какие-то другие выжившие, чтобы они ее не сразу стараторили. Фух, ну с богом, я надеюсь, то, что я смогу тут пройти. Потому что на машине я тут 100% никак не смогу проехать. Ладно, это мост в объезд. Я могу пойти налево, я могу пойти направо. Тут вроде дорога ближе к городу. Только, мать его, через лес. Что там? Что там за фигня? Там машина горит. Твою мать, вы... Там вот эти зомбари до сих пор стоят. Тогда, получается, не везет мне ни с одним мостом, ни с другим мостом, ни с одним отходным путем, ни с другим отходным путем. Ладно, тогда я пойду вот сюда. У меня еды вообще просто нифига нет. Твою задницу, тут еще и темный лес. Так, еще одна пробка заброшенных машин впереди. Я надеюсь, тут никого не будет, пожалуйста. Господи, а почему это все так быстро произошло? Почему все за месяц? Почему все за 1,5 месяца? Вот так бы... 1,5 месяца? Я ровно 1,5 месяца не вылазил из своей хижины на острове. Почему... Твою матушку. Почему за 1,5 месяца все так быстро произошло? Я даже ничего не слышал. Я как бы понимаю то, что мой дом находится очень далеко от какой-либо местности. Где-то населенных пунктов, но все же. Я кого-то видел там за деревом или мне показалось? Ладно, валим нахрен отсюда! Не-не-не-не. Так, что горит? Что горит? Так, это... Твою мать! Тихо! Твою матушку. Как я понимаю, да, это... Это военная база. Тут танк, там военная машина и там вертолет. Как я смогу... Да закрой рот уже, корова сраная. Ща... Ладно, я быстренько вот сюда обойду, пока они меня не заметили. А что там за свет? Так, у меня есть 2 варианта. Если я на машине не смогу добраться до своего дома, и если я вообще с этого города не смогу никак выбраться... С города, с этого населенного пункта, который находится за 2-3 часа от как раз таки города. То что мне делать? У меня есть или вариант пробраться на военную базу, украсть вертолет. Меня когда-то батя в детстве учил летать. Или все же на катере. Потому что с этого острова только 3 пути отхода есть. Так, так, твою мать! Еще один зомбарь. А что? Так, что это за дом вообще? Это, походу, какой-то... Я надеюсь, что это заброшенный дом. Какого-то фермера. Лошадка. Или на лошадке я могу поехать куда-то. Так, надеюсь, ты меня еще не заметил. Я проверю, есть ли тут у нас бензин. Твою мать, нет бензина.
Ладно, жопа, иди сюда! Твою мать! Чё ж ты такие сильные нафиг, с двух ударов мне половину жизни снесли! Господи, ты чё меня пугаешь? Лошадка. Вот если я сейчас сяду на лошадку, я намного быстрее доберусь до города, но у меня еды нет, мне нужно зайти в этот дом 100% и проверить, есть ли там еда. Потому что я не выживу, я не смогу добраться до своего дома без еды. Ладно. Снаружи выглядит все очень мирно, я только что хотел сказать, но не видел крови на... Ладно. Твою матушку. Да, свет есть. Такой себе свет на самом деле. Так, тут кухня. Есть что-то пожрать в кухне? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Что-то. Есть. Две курочки. Фу, это 100% не пригодится. Так, что я еще смогу найти в этом доме? Кроме крови и мертвой бабушки, которая валяется на полу. Твою мать, на всякий случай. Вдруг она проснется и станет зомби. Я вообще не знаю, что ожидать. Так, какая-то бабулька, просто, мне кажется, дача каких-то пенсионеров, бабушки, дедушки, только вот это. А это, наверное, внук к ним в гости, да, приезжал? Ладно. Я есть тут что-то за зданием? Нет, только лес. Фух. Хорошо, второй этаж. Что на втором этаже есть? Кровь. Почему везде кровь? Почему? Уже и светает. Отлично просто. Ладно, пожалуйста, дайте мне какое-то оружие. Я не знаю, может быть, это дом кота охотника или я просто не знаю. Все, что у меня было с оружием, это сраный ножик. Ладно. Твою мать! Я рано или поздно 100% инфаркт просто получу от этих нападений. Свет. Так, света. Ага. Так, отсюда открывается хороший вид на военную базу. Ну, как хороший? Только на вот эту радиовышку или что это такое? На военной базе, как я уже сказал, может быть или катер, или вертолет. Я умею ездить и на том, и на другом. Или я смогу по радио с кем-то связаться, чтобы они прилетели и забрали меня. Я не знаю, какие-то военные. Так, у меня есть лошадь. У меня нет бензина. И меня только что чуть не сожрал зомби. Тут есть подъем на крышу, да? Да, на крышу только мне. А если я заберусь реально на крышу и посмотрю, что тут есть. Ладно, пока что рано. Фу, пожалуйста, дайте мне какое-то оружие. Я не знаю, что тут есть. Тут ничего нет. Тут что? Так! Молотов! А, это не снайперская винтовка, это просто ружье. Благослови этого умершего деда и эту бабушку, которые тут жили, за такой прекрасный подарок. У меня еще и молотов есть. Еще 7 патронов в запасе. То есть у меня в сумме сколько тут? 5 патронов, 12 патронов у меня в сумме есть. Фу, радиовышка. Мне нужно или туда как-то добраться, или просто сесть на лошадь и нафиг убежать с этого города, с этого острова, как можно скорее в город. Я вообще не знаю, я даже связаться не могу, телефон не работает, связи нет, я даже связаться со своей женой, со своими детьми не могу. Сложно, я справлюсь. Хорошо, нужно отсюда выбираться, выходить на улицу, садиться на лошадь и уматывать отсюда. Я просто в шоке, что тут происходит. Что вообще случилось с этим миром, с этой планетой, пока меня не было. Ладно. Я надеюсь, что я больше никогда не вернусь в этот дом, хотя на самом деле этот дом очень даже хорош, чтобы переночевать. Твою мать!